пупсики. Привет, 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 привет. Да, мои сладкие. Короче, я с моим любимым в каком-то закрытом клубе. Мы тут играем в покер. Мне там нельзя снимать и фоткать, но, блядь, так прикольно. Я, короче, играла вместе с ними в покер, потом я все просрала. Вот, и любовь моя снова все выиграла. Офигенные ставочки. О боже, что с твоими зубами? Мы пьем красное вино. Я не бухаю, я выпившая. Красное вино допью. Я тебя видела в Афимоле. Ну да, я сегодня на тренировке была. Как похудела я. Вот. Я проиграла 70 тысяч рублей, но это такие копейки по сравнению с тем, что сейчас только что выиграла моя любовь. Вот. Ну, короче, в каком-то закрытом клубе. Вообще жестко закрытом. Я даже не могу пофоткаться здесь нормально. И мы играем в покер, такая атмосфера крутая. Покажи сиськи. Я похудела, поэтому мои сиськи похудели тоже. Откуда столько денег? Мой мужчина зарабатывает. Нет, какой Женя? Вы что, с ума сошли? Какой Женя, блядь? Вы все не знаете. Да, я шла после тренировки. Я вообще просто даже не понимаю, что со мной происходит. Я очень сильно потренировалась до такой степени, что даже, ну, у меня очень сильно голова кружилась, меня тошнило. До сих пор ничего не ела. Ты стала очень красивой. Еще и влюбилась, походу. Походу. Ты же не вино пьешь. Как это не вино, когда вино? Зачем меня уговаривать? Кого? Мужчины своего. Его зовут... Неважно. Счастливый выглядишь. Ну, я правда счастлива. Я нашла настоящего мужчину. Прям. Короче, свою ставку я такая попросила в туалет, просто, ну, мне так подкинул, типа, в шутку, давай, баба моя фартовая, играй. В итоге я просрала все. Ну, он выиграл обратно все. Два ляма. Я не знаю, кто такая Яна. Он не женат. Он в разводе. Нет, я не дома, я в этом закрытом клубе. Здесь единственное место, где ловит интернет, это туалет. Просто скучно. Шесть. Вы больше не общаетесь с кем. Я с Олей живу. Ну как? Ну я уже хочу скоро приехать. С мужчиной жить со своим. В смысле старовать? Вообще 36. Ну, до 40 мужчина для меня вообще интересно. Ну, то есть мне интересно с моими сверстниками с Олей. Я люблю постарше. Твой мужчина в Монако. Нет, я с ним рассталась, потому что я не могу иметь отношения с иностранцем. Мне тяжело.
с иностранцем, да и тем более с другой стороны. Мне очень тяжело с ним. Камил, помой губы. Чувак, иди нахуй. Сколько лет был иностранцу? Иностранец у меня молоденький, но он такой глупый. Ну как? Из рождения. Вот. Вот. Не парень, а мужчина. Твой парень, с которым... Нет, его нет в перископе. Это не мой парень, это мой... Друг хороший. Ну, вообще, мы раньше просто встречались, а сейчас мы с ним просто хорошо общаемся. Валик меня не зовут. Квартира снимаю. Мужчину своего я показать не могу. На Арбате. Камила, конечно же, да, мое настоящее имя. Как тебе мама Марина после пластики? Я с ней вообще хорошо общаюсь, мы с ней переписываемся, поэтому я маму Марину обижаю, несмотря на то, что она безбашенная. Че вы задушны? Крутая она. На самом деле она реально крутая. В долг деньги даю, конечно, только близким. До пластики ей было лучше. Во-первых, она не делала никакую пластику. Короче, на самом деле я выпила бокал вина на голодный желудок, потому что за сегодня я съела только пол пачки обезжиренного. Пол бутылочки обезжиренного кефира. Я так хочу мясо. Мясо. Мясо, блядь. И эклеров. Я очень хочу кушать. Очень. Волосы у меня не свои. Мне их Алена выдрала. Приходится их наращивать. Волосики у меня не свои. Сразу вижу, что ты выпил. Ну я, да, я... Палево. Вино, говорят, способствует похудению. Нет, красное вино способствует пищеварительному процессу. Блин. Снимать, потому что это закрытый клуб. Вот, и любовь моя будет ругаться на меня. Подождите, короче, сейчас я уже выхожу. Не надо. О боже. Номер не даю и не бухаю. И выпьешься на расслабоне. Пока не пропадаю. Пока фирма Линз. Ой, ребяточки, короче, ладно. Ну, отражаешь. Ладно, с вами нельзя здесь снимать. Давайте пока. Блядь, мне кажется, спалили.